Всем привет, дорогие мои! Сегодня мы с вами поиграем в Скайримчик. Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня хотелось бы прервать долгое молчание на моем канале. Записать небольшой ролик, а может как получится и большой, немножко поупарываться, поиграть в Скайрим. Ибо, собственно, именно за Скайрим любят мой канал. Что ж... Это аккаунт, который я создал, пока мы игрались в переиздание Скайрима. Для тех, кому интересно, можете посмотреть. На канале есть запись стрима. Довольно интересный стрим получился. Делать-то чё? Пойдем спасать брата, который нам совсем не брата. Брат, братан, братишка, куда мне надо идти, блядь? О, мать твою. Это ж в жопе мира. Ладно, мать его, так. Так будет быстрее. Даже не знаю, дорогие друзья, упарываться со стандартных квестов Скайрима как-то неинтересно, наверное. Не факт. Сейчас узнаем. Я могу отвезти тебя. Ну, куда едем? У тебя есть какие-нибудь интересные места? Нет, нету. Ну, визит это абсолютиот. И отчаливаем. Впервые в Солитюде. Прекрасный старинный город. Да вообще охуенный. Столица всего Скайрима. Добро пожаловать в, мать его, Солитюд, но мы туда не пойдем. Ух ты чё. У меня даже оружия-то в руках нету. Чё делается-то? Чё творится-то, люди добрые? Персонаж мой вооружен двуручником. Странный выбор. Я обычно играю за дуалов, ну ладно. Отправимся. Снова. В очередной раз, я уже даже не знаю в какой, постигать этот замечательный мир. Метка-то где? А вот она. Ну бля, далековато. Ладно, пройду мимо храма Меридии, значит, где-то тут она тусуется, судя по компасу. Да, вот она. Идти по дорогам это не про Скайрим, тем более, что самое интересное встречается. Хотя, знаете, этот мир куда живее, чем в Обливионе. Сколь много не было бы почитателей именно четвертой саги свитков, все-таки мир куда живее именно в Скайриме. Не только событий и окружения, он... ощущается как-то по-иному. Например, я уже игрок немножко... Что это такое? Цыгане? Короче, давай сюда все, что у тебя есть ценного, а то выпотрошу как рыбку. Ёб твою мать. Сейчас усусь. Уходи сейчас же. Грозно, но я почему-то не боюсь. А у меня есть бой-баба. Больше я повторять не стану. Да? Мне некогда. Эй, ты это куда? Отвалим. Смотри, магия, блядь. Видал? Ха-ха, хуйня творится. Людей среди белого дня грабят. Вот сука. Нельзя так делать. Нельзя. Ладно, кошакам привет. Так, чё тут у нас? Ой, тут у нас знатную хуйню какую-то ведут, да? Иди прочь, или я прикажу страже с тобой разобраться. Не теряй бдительности. Рано или поздно она окупится. Всё, я понял. Меня уже там в иностранный, хотел сказать, в имперский легион вербуют. Надо уёбывать, но судя по тому, что на мне кольчушка все-таки имперцев,
Оно и не удивительно. Пропаганда, все дела. Но мы должны... Мы должны идти прямо к своей цели, не отклоняясь ни на йоту. Где я, блядь, нахожусь-то хоть? А, недалеко от Талмарского посольства. Вот чё мне эти места отвратительны. Там какой-то камень-хранитель даже есть. Охуеть. Да, давно я не был в этих местах. Козлы тут тусуются. Главное, чтобы тут драконы не тусовались. А все остальное это херь. Причем редко-редкости херь. Вот это вроде Талмарский замок какой-то. Сейчас пойдем посмотрим. Просто похоже на то, уж больно. Там пацаны в стеклянных доспехах должны быть. Мне бы чуток скумы. Это бандосы. Привозной. Последний разок-то. Это бандосы, мать их. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться. Надо. Неплохие бандосы, крепкие. Оп. Смотри, маневры уклонения. Не, если я так буду уклоняться, он меня... Это достойно убийцы. Как писала в одной книжонке, по-моему, кстати, читал я ее именно в Скайриме. Самая лучшая тактика боя — это тактика тех, кто выжил. Твою мать! А ну сдохни, сучка! Это еще история про тех, кто носил хитиновую броню, если помните. Сдохни, мразоид! Кто еще? Кто еще будет бросать вызов моему клинку, сука? Кто посмеет, блядь? Выходи, ёб твою мать! Все, мы победили. Вроде как. Нихера не факт на самом деле, но... Мне кажется, мы победили. Смотрите-ка. Ух ты, ёб вашу мать. У вас даже золото было. Ну тогда я посмотрю, что с возможно еще взять. Хочется нажать Tab для того, чтобы посмотреть, где тут что валяется. Привычка это, по-моему... А, точно. Dragon Age Origin. Охеренная игра, что-то залип последнее время тоже в нее. И, наверное, я ее все-таки для себя буду проходить. Я вообще люблю прохождение старых игр именно для себя. Потому что каждый раз находишь в них что-то новое. Вот играешь в Skyrim, находишь для себя что-то новое. Так, стопэ. Не отклоняться от нашего курса ни на йоту. Это что-то, знаете, просто красная пелена на глазах и все, и пиздец. Накрыло. Бывает. Ну что ты делаешь-то? Бросить это дерьмо. Вот, а потом что-то как-то накрыло, знаете, и все, я очнулся, уже руки в крови, ноги в крови, меч затуплен, вокруг горы трупов. Ну, бывает такое со всяким, так что не серчайте, господа. А что ты гремишь, как старое ведро? А, тяжелые наручи и сапоги. Ёб твою мать. Скалолазы, скалолазы. Ёпта мать. Но пока я успешно справляюсь. О, там, кстати, замок вампиров. Можно бы и сходить как-нибудь бы. Нет. На самом деле нет, не хочу. Сейф.
про сохранение тоже забывать, я думаю, не стоит. Скорим довольно-таки хорошая игра. Но чем больше ты устанавливаешь на нее модов, тем хуже она работает. А у меня парочка модов все-таки стоит. И за стабильность уже приходится опасаться. Отвесная нора. Нет, не отклоняться ни на йоту. Мы идем. Блять, я уже и забыл, зачем мы идем, если честно. А, точно, мы идем доставать из плена имперцев или талмарцев бойца братьев Бури по поручению старухи из Вайтрана. Вот, довольно-таки неплохой квестяк. Вон, уже пацаны тут нас ждут. Это наша подмога. Штурмовать мы, я так понял, будем прямо ебалом. Я не помню, что я им уже... Какие приказы я им отдавал. Ну что, что теперь? Мы убьем всех талмарцев, что встанут между нами и Торальдом. И вытащим его оттуда живым. Пойдем. Ёбаньки в рот, ну погнали. А, или ты за мной пойдешь? А, ты за мной пойдешь? Но если мне не изменяет моя херовая память, она мне, скорее всего, не изменяет. Простите. Чё-то икота напала. Ну, такое бывает. Ух ты, ёп. Нихуя себе, они жирные. Пацаны, пацаны. Ты у меня сгоришь. Просто царапина. Не, ну это ни хера вообще, это не так работает. Почему мне всякие пидорасы в спину заходят? Кто мне расскажет? Эй, ну это нечестно. Почему бьют только меня? Но мы пока побеждаем. У них винище есть. Вот они мрази. Эльфийская кираса, которая защищает лучше, чем моя. Ну, возьму, наверное. Буду выглядеть в ней как мудак. Мне показалось, что она зачарована. Не, хер там ночевал, она зачарована. Ну, ладно. Я хотел по стелсу. Подожди. Подожди, подожди. Потом расскажешь про Скайрим для нордов. Мне интересно, что у них тут есть вообще. Видимо, ничего. И стеклянной брони у них тоже нету. Это подстава, господа. Нет, только не я тебя достану. Ты у меня сгоришь. Не зови меня. А ну, умри. Видали, как я умею? Да я сам охуел, если честно. Ладно, самое время, я думаю, напяливать сет. Нижние зачарованы все эти херни. Ну, нормально. Я шапку ихнюю не буду одевать, я манал. Мне без шапки неплохо дышится. Ну, вперед, мои вурдалаки. Пойдем вызволять вашего братана. Надеюсь, у нас все получится. И братан не подохнет раньше времени. Кстати, левелап. Ну, запас сил. Ясен хер.
Есть что прокачать? Не, хер там ночевал, нету. Не, я имел в виду, двуручного нету, а вообще. А, так я ж там где-то качал тяжелую броню. Все дела. Давай будем легкую качать. Эльфская броня, она же легкая. Я же не совсем дурак, она же правда легкая. Сюда! Что случилось? Кто меня так уебал? Если придется, я тебя убью. А у меня там еще зелье есть? Слышь, подружань, а это все, что ты с собой носишь? Талморскую эту хуйню? Мы спасем Торальда. Чего бы это не, ладно, 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 все. Идем спасать твоего братана Торальда. А насилованием. В смысле. Ладно, не отвлекайся, короче, идем. Идем. Бля, пустую бутылку схватил. Ну ничего, по пути сдам. Сейф. Что тут у нас есть? Что тут у нас водится? Можем взять топор и пойти карать неверных. Самое время принимать зелья. Все, больше ничего не убежать. Какие вы неудобные враги-то. Ужас какой. Я скоро буду просто юзать щит и все. Или нет, все может быть куда прозаичней. Я просто начну переучиваться на одноручника дуала. И все, как бы. Потому что я уже не один раз упоминал об этом. Кого бы я персонажа в Скайриме не создавал, в конечном итоге, то есть даже пройдя сюжетную кампанию там или что-то, или какие-то квесты добавлять, ёб твою мать, или какие-то квесты типа фракций, мне все равно получается играть именно за дуала. Ну то есть я постоянно начинаю делать именно дуала. О, куда, куда ты пошел? Здесь нет места. Я еще и кого-то убил даже. Зельев у меня больше нет. Это обидно, это досадно, но хули делать? Мне кажется, мы уже приближаемся к нашей заветной цели. И это было бы очень неплохо. Ну да, вот он, маяк уже висит. Вот кто-нибудь есть? А эту мудилу мы навтыкали? А вроде да. Торальд! Торальд! Сейчас, подожди. Брат. Хули ты это... со своим Торальдом? Это ты. Это я. Эй, ты. Я знал, что вот уж не думал снова увидеть лицо друга. Нам нужно как можно быстрее добраться до безопасного места. Пошли. Сейчас все будет. А у это тебя голос значит? Адама Дженсона. Времени нет. Мы должны вывести тебя отсюда. Давай, пошли. Пошли, пошли, базара ноль. Я только лут пособираю и пойдем. И
тут же пойдем, вот сразу, как только, блядь, так и сразу. Одноручное оружие, 15%, вот сам Бог велел, честно вам говорю, ребята. Вот, вот прет мне на это говно. Что не поделать тут? И ничего тут не поделать. Орчи кинжал. Ну вот скажите, что это не судьба просто. Вот, вот взять орчи кинжал в левую руку и стальной меч в правую. Где там эти блядские перчатки? Малого удара. И не стать снова дуалом. Вот почему бы и нет. На самом деле я без катан скучаю. Прямо в лошадиный ус. Что это ты делаешь, а? Меня сейчас убили свои, кстати. А у меня есть какое-то там лечение или, мать его, ёб? Ну да, лечение есть. Хорош там вот это вот Торрельд, иди разбирайся. Я знаю, ты бессмертен, иди разбирайся. Умри, чтоб тебя! Я пошел. Весьма неплохо. Ну видишь, какой ты прикольный чувак. Брат, братан, это братишка, я. Давай, я пошли знал, уже. Эй, вот уж не... Нам нужно... Это еще что значит? Времени нет, мы должны вывести тебя отсюда. Давай, пошли! Уходим отсюда, и как можно быстрее... Боги, хотел бы я... А благодаря тебе мне не нужно больше об этом волноваться. Пойдем. Просто пойдем, вот... Просто пойдем, ну его нахер. Вот это вот сейф, да? А то придется опять убивать какого-то странного, непонятного. О, подожди-ка. Мне надоело! Точно! Был какой-то звук! А чё они за мной-то гоняются? Конченые! Иди навтыкаем! Оп! Вороты уклонения, блядь! Ой, прости, Торальд. Весьма неплохо. Эльфская легкая броня, там все дела. Бабла они с собой не носят. Нихера подобно, у меня есть ключи. Ну чё скажете-то? Я не могу достойно отблагодарить тебя за спасение. Я думал, что больше никогда уже не увижу неба. Но мы ведь не знакомы. Что заставило тебя рисковать ради меня жизнью? Честно говоря, мне нечем было заняться, да и подписчик попросил, чтобы я записал какое-нибудь видео, и я записал его. Твои родные волнуются за тебя. Конечно, как я раньше не понял. Это все придумал Авельстейн. Я не могу остаться. Кто, блядь? Вайтране слишком опасно. Скорее всего, Авельстейн тоже в опасности. Что ж, для нас лучший выход уйти к братьям Бури. Но прошу тебя, окажи мне еще одну услугу.
Скажи моей матери вот что. Не бойся холодных зимних ветров, ибо они несут семена будущего лета. Она поймет. Спасибо еще раз, друг. Я тебе больше, чем жизнью обязан. В смысле, как это больше? Ой, все, в пизду ваш литературный язык. Идите нахер. Нужно вернуться в Вайтран, и сделаю я это довольно-таки коротким путем. Да, от главных ворот, пожалуй. На самом деле приятно пошататься по Скайриму, и выглядит он довольно-таки хорошо, несмотря ни на что. Ибо вот, например, в Oblivion мне играть уже сложновато. Там кривая анимация и перки не очень понятны. Ну, много всякого говна, на самом деле, которое... Ищешь моего мужа Назима? Говорят, твое присутствие действует на талмарцев, как дурной глаз. Назим их обычно лижет. Вижу, ты умеешь выбирать себе врагов. Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть новости о моем сыне. А вот касаемо именно Скайрима, вот Fallout 4 нельзя с этим сравнивать, потому что он не так давно вышел. Ведьмака первого, вот в них хочется играть, потому что они приятные, они проработанные и... Они реально хорошие игры. А вот Fallout 3, Oblivion, да, они тоже превосходные и хороши, но в них много шероховатостей. Таких, как я говорил, уже анимация. Да, это всего лишь придирки, причем придирки внешнего вида, потому что лор там и квесты прописаны просто прекрасно. Но вот Morrowind, в котором... Квесты на порядок превосходят и Skyrim, и Oblivion. Играть уже, по мне, так невозможно. Ладно, давайте-ка завершать этот квест. Да? Вы спасли его? Да, мы это сделали. Отведи меня к нему. Боюсь, его здесь нет, но он сказал, что возвращаться слишком опасно. Что? Я даже не смогу увидеть сына? После всех страданий? Как? Как я узнаю, что ты действительно говоришь правду, а не то, что я хочу услышать? Он просил передать «Не бойся холодных зимних ветров», что-то там они приносят. Ибо они несут семена будущего лета. Да-да-да. Да, это мой сын. Значит, все правда. Что ж, хотя бы он жив. Мне этого пока хватит. Спасибо, дорогой друг. Тебе удалось вернуть мне сына. Я попросила Йорланда выковать это для Торрида в качестве подарка на возвращение. Раз уж Торриду его не вручить, ты возьми. Мы всегда сможем сделать новый, когда война закончится и Торрид вернется домой. А теперь ступай. Да, матушка, гражданская война, она не щадит никого, ни матерей, ни сыновей, ни будущих детей, как говорил классик. Надеюсь, вы знаете чьи-то слова, а если нет, ну, мне вас жаль на самом деле. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, это не какой-то там математический, мать его так, видео, я просто хотел сказать, все в порядке, канал живет. Проблема только в том, что снимать нечего. Нету проектов, которые мне реально хотелось бы снять для канала, это раз, нету реально хороших игр, это два. И нету вдохновения для того, чтобы их снимать, это 3. Ну, это при условии, что они появятся. А вышедшая недавно Андромеда, лютое говнище. Ну, ладно, это не лютое говнище, это просто современный Mass Effect. Но я вам так скажу, старые Mass Effect'ы были лучше. Вот первый Mass Effect канон, второй Mass Effect... Это вот это как раз таки есть осовременивание игры под теперешнего пользователя. Третий он уже был скучноват, прямо скажем, не считая дебильного сюжета и ужасных развязок.
Ну, упустим этот момент. Андромеда... Андромеда — это другой Mass Effect. Вот, вот так его захотели увидеть разработчики. Ну что ж, очень жаль, что они видят Великую Вселенную именно так. Благо хоть Ведьмак завершил свою серию превосходно. Не факт, конечно, что он его завершил, но... Ведьмак вышло, и два дополнения к нему вышли просто превосходные. Вот, ну правда, Ведьмак это уже совсем не новье. Что там еще новенького-то выходило? Надо будет пересмотреть, но в любом случае ничего прям интересного я не увидел. Что является очень и очень печальным фактом. Хуй тут поделать. Если у вас есть какие-то идеи, чем мы можем посмотреть, чем мы можем пообозревать или постримить, если уж на то пошло. В принципе, оставляйте свои мнения в комментариях. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.